шикарный кактус. Куда его можно поставить? Хоть... Кактус, ты чё, блин, кактус? Чё не слушаешься меня, я не поняла. Итак, ребятки, всем привет. С вами канал Cinnamon Bun. И мы продолжаем играть в игру Симулятор Таверны. Так, эта игра очень крутая, она мне очень понравилась. Мне кажется, она очень крутая и интересная. Так, ну что ж, мы с вами остановились на том, что следующая наша задача была заказать и получить новую мебель. Так, мы с вами этого не сделали. Сейчас мы ее закрыли, нашу таверну, и прекратили играть. Так, ну что ж, я думаю, что сейчас мы с вами чуть-чуть приберемся. Подметем все, уберем все, шваброй все помоем, почистим. И дальше уже мы пойдем... Так, еще один остался. Так, ну все. Так, у меня еще где-то тут поднос с посудкой, его тоже нужно бы помыть. Где поднос мой? Вот поднос мой. Так, это все мы сейчас тоже помоем. Чтобы положить и помыть все. Сейчас мы эту посудку помоем. Все уберем, чтобы у нас было с вами идеально. Все уже чисто. Так, ну вот, видите, как замечательно. Так, сейчас деньги у меня, конечно, есть, но совсем чуть-чуть. 45 монеток. И я не знаю, стоит ли мне тратить эти деньги на мебель. Но нам предлагают в наших задачах, что нам с вами необходимо просто купить какую-то мебель. Сейчас мы посмотрим ресурсы, мебель, допустим, вот. Мы можем купить простой стол на двоих. Все, окей, ребята. Дождитесь телеги с товарами. Хорошо, замечательно. Вот, ребят, мы с вами купили простой стол. Осталось через 20 секунд, он придет. Так, для пива у нас все есть, посуда есть, все есть, хорошо, посуда вся помыта. Так, репутация 2 еще пока у нас не заработана. Доставка прибыл, это хорошо, это замечательно. Так, значит, мы это все берем, как обычно, мы все уносим на свои места. А что ты... А где? Я не поняла. А где стол? Я стол несла, алло. Здравствуйте. Ладно. Ладно, погнали. Я думаю, что стол где-то есть. Инвентарь. Украшения. Украшений нет. На стены нет, на пол нет. Мебель. О! Так, как я понимаю, сюда нам поставить ничего нельзя вообще никогда. Так, значит... Блин, исчезла. Значит, нам можно поставить этот стол вот сюда. Было бы круто, классно, здорово. Вот сюда... Чё, нельзя, что ли? Во! Во! Новое задание. Закажите и получите декорацию. Так, ребята, декор. Вы можете свободно украшать таверну, стены, пол, столы. Закажите декор в специальном разделе на столе управления таверны. Угу. Откройте свой инвентарь, используйте таб или... Ага, и выберите в нем декор. Это все понятно, это все ясно. Декор что, повышает нашу репутацию, да? Так, ребят, ну, я не знаю, стоит ли, потому что у нас совсем чуть-чуть денег осталось. Давайте посмотрим, конечно. Так, доставка, украшения. Как? Вау! Кактус нам необходим. Давайте даже целых... Нет, только один можно. Один кактус за 5 монет. Хорошо, замечательно. Я почему-то думала, что здесь стоит что-то хотя бы подороже. Так, сейчас мы тут сделаем декор, поставим вот сюда вот кактус, ребята. Вот сюда вот поставим кактус, и просто у нас будет шикардосный вид. Я уже представляю, как будет все классно. Так, доставка прибыла, хорошо. Блин, такой большой мешок, там всего лишь один кактус, вы серьезно? Так, все исчезло.
Я не понимаю, почему это все исчезает сразу же резко. Так, поставьте декорацию. Достать один кактус. Мой шикарный кактус. Куда его можно поставить? Хоть... Кактус, ты чё, блин, кактус? Чё не слушаешься меня? Я не поняла. Так, я думаю, мы этот кактус... Я его, короче, ставлю, он лежит. Я в шоке. Ты стоять будешь? Нет, сегодня. Все, кактус мы поставили. У нас красота теперь. Так, новое задание. Повысьте свою репутацию. Так, репутацию мы просто так не повысим свою. Что-то я не поняла. А что там на потолке у меня показывает? Так, чтобы повысить нашу репутацию, нам необходимо открыть наш пьяный гоблин. Значит, мы открываем. Все, мы открыты. Все, погнали дальше. Сейчас к нам придут наши новые любимые клиенты, и мы будем наконец-таки их обслуживать. Так, ну что, ребята, ждем. Время 15:50. Серьезно, день нулевой? Почему нулевой день? То есть первый день еще не закончился, он так долго идет. Так, ладно, ждем. Я вот думаю, может нам водички набрать. У меня вообще есть там вода или нет воды? Есть вода. Ешь вода, пей вода. Не будешь никогда, да, ребята? Я, конечно, извиняюсь за такие глупые шутки. Ну ладно, кто понял, тот понял. Так, и что? Водичку мы забрали, погнали. Так. Водичку мы вот сюда вот определим, пусть она у нас как обычно, ребята, висит в воздухе, потому что она нам еще пригодится. Я думаю, о, два человека чебурека ко мне пришли. Так, есть, я вообще красотка, вы посмотрите на меня сегодня. Уже второй бокал, идеально, третий. Есть. Пока мы справляемся хорошо. Главное успевать. Ловкость рук, как говорится, никакого мошенничества. Все подносы у нас волшебные. Ой, не подносы, а эти. Все бокалы у нас волшебные, получается. Эль у нас заказывает. Ну вы чё? Все, пейте. Good, good, конечно, good. Мне же надо повысить мою репутейшн. Так, а мы пока продолжим наполнять наши бокалы. Блин! Это они меня сглазили по-любому. Есть. Все, типа, больше нельзя. Один бокал, конечно, я промахнулась с ним. Нет места на подносе. Я это прекрасно. Че за свиньи тут были вообще? Что за свинство тут было? Прикиньте, что у меня нет места на подносе. Мне надо ждать новых клиентов. А я уже все убрала. И здесь все забито. Короче, ждем. У меня будет стоять грязный, пригрязный стол. А что? А можно мне хотя бы салфеткой помыть? Нет, нельзя. Я не хочу убирать кружку. Ладно, короче, ребят, мы ждем. А чё вы стоите-то? Чё вы не идёте-то ко мне? Вы идите ко мне, у меня аж там открыто всё. Вы чё? Чё вы не идёте-то ко мне? Ну и чё, я хочу с ним поговорить, и чё? А чё он... Так, я не поняла. У меня аж тут всё открыто. А, ну, вот так, чтобы нажать, чтобы закрыть таверну. У меня все таверна открыто. Я не понимаю, что они ждут вообще. Так, привет, чебурек. Вот тебе, пожалуйста. Эль, кушайте, не обляпайтесь. Че ко мне никто не идет? Я не понимаю, что происходит вообще.
Все, одну забрали, сейчас одну выкинем. Так и будем ходить. А что делать? Что делать? Сами виноваты. Кто, кроме нас, виноват в этом? Так, приходится нам это все забирать, выкидывать, блин, по одной кружечке носить. На тебе, мужичок. Блин, что за свинство у них вообще тут происходит? Чего я должна за ними мыть постоянно это все? Тут тоже. Все. Чистенько. Приходите ко мне. Почему никого нет? Почему никто не хочет идти? Я и обидеться могу вообще-то. На секундочку. Так, моем наши круженцы. Выкидываем их все. Все. Все, мужик ушел, чистенько покушал и ушел. Вот это я понимаю. Ой, не покушал, а попил. Ой, еще. Не, ребят, я думала, все плохо. На самом деле все хорошо. Клиенты все-таки идут. Привет, привет, дай 5 мне. Дай 5. Так, почему-то тут так темно. Мне хочется больше света. Мне света мало вообще. Я не понимаю, почему мне мало света. Так. Я жду новых клиентов. Вот ко мне идут. Мои хорошие. Мои вы красивые. Пойдемте. Пойдемте, конечно, я буду вас сейчас угощать. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Я вас буду угощать сейчас. Сейчас. Пошел. Вот, как раз для вас. Гуд, конечно. Ой, у меня, ребята, почти 2 репутации, представляете? Представляете, какие мы с вами большие молодцы просто. У нас уже репутация просто офигенская. Все хорошо, все замечательно. Так, это все мы выкидываем. Давайте будем мыть. Будем мыть наши кружки. Потому что грязная посуда нам не нужна. Так, все, погнали. Погнали, заберем все на подносик. Нальем все вот сюда. О, есть! Есть. Или что? Я перелила, что ли? Блин, я насвинячила просто у себя. Есть. Ребята, как всегда, один лишний. Я не знаю, почему я переливаю. Я думала, я уже как-то, знаете, научилась, что ли, наливать. Оказывается, ничего подобного. Так, чё вы ждете? Я не понимаю, чё они ждут? И чё? Я с тобой пытаюсь поговорить, ты не хочешь со мной разговаривать? Так у меня ж всё открыто. Грязный стол он показывает. И что, что грязный стол? Нет мест на подносе. Я не понимаю, чё они ждут, конечно, но мне интересно, да. Понять их вообще, что они от меня хотят. Ну что-то пока у нас с ними это не складывается разговор. И что, я помыл. О, типа они не идут ко мне в гости из-за грязного стола. Вы вообще представляете, что творится? Это как называется вообще, не понимаю. Да что такое вообще, а? Они тут мне еще срач устраивают. Они еще мне тут вообще мусорят. Я еще должна за ними ходить, следы убирать, что ли. Так, все. Все, где вы тут? Ждете? Знаете, пожалуйста. Ой, я ему нехороший дала. Итак. Новый уровень, новое задание. Купите новый уровень таверны.
Так, сейчас мы тут моих гостей любимых обслужим. Посудку помоем, наверное. Тут посуда один стакан, наверное, у меня. Так, и сейчас я думаю, что мы уже это... Будем покупать новый уровень таверны. Сейчас все тут помоем. Вот как мне нравится, когда они не гадят мне на стол. Просто идеальные. Просто идеальные клиенты, честно вам говорю. Так, все помыли. Сейчас помоем. Так, еще. Все, да? Так, все, ребят, давайте погнали. Она уже стоит, ждет, прикиньте. Она уже стоит и ждет. Так, все, я пошла, у меня много дел. Мне нужно купить новый уровень таверны, ребята. Так. Сейчас мы тут все проверим, все посмотрим. Я думаю... Таверна левел 2. Почему срач не убирается? Так, открывается у нас, получается, расширение таверны, новые клиенты, новая мебель, новая декорация. А почему срач не убирается? А, так мы еще... Мы вообще-то еще в первом уровне таверны. Так-то с вами, если что, ничего не купили. Так, давайте. Улучшение рабочего места. Купили. Давайте купим склад. Все, больше ничего не купим. Потому что денег нет. Я хочу все постепенно улучшать, чтобы у нас не было такого. Новый уровень таверны там. И что, я купила улучшение рабочего места. Что-то я не вижу разницы. Тут, как всегда, у нас срачельник. Неудивительно. На тебе, пожалуйста. Прости за такой напиток, но он у меня один всего лишь был. Я думаю, ты не особо расстроился. Мне еще нужно напитки вообще-то купить срочно. И что? А, склад увеличился, да. Безусловно, это я вижу, конечно. Но все равно. Че я пере... Я обиделась. Опять? Как так-то я переливаю? Я же аккурат. Есть, слава богу, хотя бы один. Спасибо. Что-то пошло не так, ребята. Вот честно. Я не понимаю пока что. Почему я постоянно нажимаю не туда? Так, ты что у меня ждешь? Подожди. Сейчас я вот это все соберу, хозяйство. А потом уже буду тебе помогать. Мне еще нужно купить с вами обязательно сейчас Эль, потому что он у меня заканчивается. Помыть все кружки. А, только одна была, что ли, кружка? Так, ребят, давайте. Одна, конечно, одна. Все, погнали все это мыть. Так, все это моем быстро-быстро. И вода кончилась. Зашибись, вода кончилась у меня. Все. Так. Это все хозяйство вам нужно распродать. Так. И теперь... А теперь я надеюсь, что... Мне уже можно сходить и купить Эль. Потому что он у меня закончился. Так, улучшение получается. Доставка, ресурсы. Покупаем Эль. Сколько у меня денег? У меня, кстати, много денег. Давайте, знаете, сколько возьмем. Давайте все деньги потратим. Потом, если что, заработаем сейчас. Вот видите, как я быстро соображаю, уже заработали. Так, это все мы моем, как обычно, ничего не меняется. Так, у меня уже тут ждут мои клиентики. Пожалуйста, вам. Ну, конечно, отстойно, а как вы думали?
Они, короче, еще уменьшают L, типа. Минус 5, минус 5. Обидно. А я думала, что это так не работает. Так, а когда мы будем закрываться? Время позднее, ребята. Ладно, давайте все помоем. Все уберем. Так, доставка прибыл. Грязный стол. Так, все, я думаю, мы сейчас закрываемся. Время позднее. Давайте, давайте, до свидули. До свидули. До свидули, дули, дули, до свидули. Так, мы закрываемся. И все. И все. Рабочий день наш заканчивается. Потом мы купим второй уровень таверны, когда мы уже накопим с вами на все. Нам пришла тут каретка с подсветкой. Спасибо, спасибо. Все, мы заполнили здесь все полностью. Так, теперь что мне нужно сделать? Кактус тут мой стоит. В принципе, я думаю, все. У нас все помыто. То есть в следующей серии, ребят, мы с вами просто будем улучшать. Нам еще нужно улучшить бар и купить второй уровень таверны. А потом уже на третий. И все. И далее у нас уже идет недоступно. Ну, я думаю, эта игра и так интересна. И она понятно, что она из себя представляет. Это тоже очень классная игра. Так, это все мы забираем. Это моем. Моем, моем, моем. Так, ну что, ребят, я думаю, пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.